Пять. Скажи, скажи, как зовут? Как зовут? Кать, Катя. Катя, можно прыгать? Ага. Так, сейчас. За собой не держись, лучше второй рукой там взяться за веревку. Да. Фу. Так, ну меньше думать, да, надо? В да, конечно. Взгляд на горизонт, небольшой шаг вперед и все. Так, раз. Два. Так. Сейчас, минутку. А с закрытыми глазами лучше или с открытыми? Лучше с открытыми. Угу. Не поймешь же ничего. Ну, ну ладно, тоже верно. Раз. Два. А вы можете меня подтолкнуть? Да. Если допустим, ты да, я прошу. Вот допустим, считайте до пяти, угу. Но толкайте на трех. Серьезно? Вот так, да. Дайте еще воды глоток, пожалуйста, у меня я уже дышать не могу, все слиплось. Спасибо. Угу. Давай, взгляд вперед. Угу. Даю отчет. Очень давит вот эта хрень. Мужикам вообще плохо, наверное. О, блядь. Больно. За кого? За траву, за траву. Да, да, да. О, блядь. Ай, блядь, когда? Пиздец. Все, все, все. Вставай, вставай, вот на это. На кирпич он вышел. Да, я не смогла сама. Я говорю, толкайте.